Я хочу, чтобы мы поговорили о тех катаклизмах, пожаров, которые происходят в Турции. Я знаю, о чем ты. Это ужасно. Да. И, честно говоря, меня бесит. И, грубо говоря, попросил их завалить рот. Не надо становиться животным. И сейчас сидеть вот в этом состоянии обиженного животного. Да, радующегося чужой беде. То есть чему вы радуетесь? Да. Я таких кадров в жизни не видел. Это кошмар какой-то. Там целые города сгорают. Я очень надеюсь, что людей, как я понимаю, успевают эвакуировать, да, там, да, заранее. Я хочу, чтобы мы помнили, что мы тоже пережили катастрофу, имею в виду землетрясение в Спитаке. Да. Что мы видели, как нам помогали люди со всей страны, в том числе, насколько со я... со всего Советского Союза, включая тех, с которыми у нас сегодня и не самые лучшие отношения.